Российский мультсериал «Маша и Медведь» вошел в список 250 телешоу, которым суждено стать классикой, составленной американским журналом Animation Magazine. Как отметил продюсер мультсериала Дмитрий Лавейко, для «Маши и Медведя» это положительный сигнал. В первую очередь, это, безусловно, заслуга наших авторов и нашей студии. Но слово «перспективный» предполагает большой путь. Чтобы добиться такого результата в будущем, надо приложить еще много усилий сегодня. Поэтому попадание в этот список для нас – стимул развивать проект дальше. Пишите в комментариях, на какую тему вы хотите смотреть новые ролики, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и следите за новостями. Всем пока!